Казахстан не будет присоединяться к союзному государству Беларуси и России, заявил Касым-Жомарт Токаев в интервью российской газете «Комсомольская правда». Президент Казахстана подчеркнул, что в приоритете для нашей страны дальнейшая интеграция в рамках существующих организаций ЕАЭС и ОДКБ. Также глава государства ответил на вопрос о возможном повторении сценария Крыма или Донбасса в республике. По его словам, такие прогнозы делают псевдоэксперты. Они не имеют под собой никаких оснований и направлены на дестабилизацию и подрыв взаимоотношений между Россией и Казахстаном. Особое внимание Касым-Жомарт Токаев уделил вопросу межнационального единства.